Миша Гимпу написал один раз смс-ку. Федорович, а с Интелнимкой спунем цара локали. Миша Гимбу через 5 минут уже давал присягу в гостинице Нобеля, рассказывал по Холотнику о том, что усатый чуть ли его не купить уже хочет, понимаете? И я понял, что Миша с ними в схеме, это такая позиция кармана абсолютно. То есть Гимбу никогда не был в оппозиции, ну, я имею в виду вот с 2009 года.